Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами врываемся в прямой эфир и будем смотреть мы за играми The Summit, сей дивизиона. У нас с вами уже финишная прямая, потому что осталось всего лишь два матча. И после окончания двух этих матчей мы с вами определим ту команду, которая отправится у нас на LAN-финал The Summit третьего сезона. Вот. Ну а пока у нас получается финал нижней части сетки. У нас противостояние одной организации, MVP. Первый став Феникс будет играть против второго става Hot Six. И драка, по-моему, будет очень-очень лютой. В формате Best of 3 пройдет этот матч. Для вас его сегодня будут комментировать Адекват и товарищ Лекс Индота. Правильно? Да-да, ну просто Лекс, действительно, всем привет. И по коэффициентам я смотрел, все очень ровно АД играет. На одном уровне примерно. Вчера, в принципе, как и MVP Феникс, и Hot Six просто раскромсали на части. Не было шансов ни у того, ни у другого коллектива. Вылезли они в лузера, в финал лузеров. Ну и посмотрим, что они покажут. Конечно, очень интересное противостояние. Да, ну, кстати, по поводу коэффициентов. Я тут посмотрел на eGamingBets. В общем, на MP Hot Six коэффициент 2,2. На MP Phoenix 1,574. То бишь, чуть-чуть, совсем, буквально вот на маленькую долю, скажем так, все-таки предпочтение дается первому ставу MP, именно Фениксам. Букмекера считают, что победить должны именно они. Ну, посмотрим. Понимаем мы, что Best of 3, рулетки тут, все будет нас на опыте. Конечно, Феникс немножко поопытнее, игроки играли побольше, но тем не менее шанс есть у Hot Six, безусловно. Да, тут, конечно, бесспорно, тем более учитываем тот факт, что два персонажа, два игрока из MP Феникса, они перешли в Hot Six, собственно, товарищ Фориф и Хин, так что как играют Феникса, они знают, собственно, по себе. Плюс также... Совсем недавно, по-моему, вчера или позавчера только Джеракс прибыл, собственно, на буткемп, насколько я знаю, к MP Hot Six, и вместе с ними сейчас одного места они катают, вот этот вот финский игрок. Так что MP Hot Six полным составом сегодня боеспособным таким. Такие расклады. Так, ну ладно, давайте переходить к первой игре. Преимущество, понятное дело, ни у кого по картам нет. Со счета 0-0 мы с вами начинаем. Это первая карта, то бишь посмотрим сегодня с вами как минимум. Две, как максимум три карты, и вот первая на ваших экранах уже стартовала. Итак, MP Hot Six. Ну, давайте по составам быстренько пройдемся. MP Hot Six — это MP, Фориф, Батон, Хи на капитанском слоте и Джерак, собственно, сам. И пока, правда, под тегом, точнее, под стендином он играет. Еще не вошел, видимо, в основной состав. Еще не приняли, может быть, до конца, непонятно. Ну, MP Феникс, собственно, на капитанском слоте у них товарищ Марч в составе Куо, Коуфейни, или Кейфоуни, не знаю, как правильно он читается, Фебби и товарищ Натс. Вот такие вот коллективы. Ну и по пикам смотрим. Энигма Акс первыми героями заходит к MP Hot Six, MP Феникс, Тролль, Варлор, Чен, Бан и Тини, ну... Снайпер, Ликан, Бутрайдер, Висп и Шторм. В принципе, у Hot Six уже есть какой-то пуш, есть Энигма, в то время как и у Феникс есть Чен, есть Тролль, то есть тоже хороший пуш-потенциал, но вот он Тролль. По Троллям можно брать много кого, завалили, правда, сами Снайпера, но какого-то Кэрри, который также будет быстро бить, но вот она армия Чена плюс с появлением Аганем будет очень опасна. Ну да, тролль действительно какого-то там керри доберут Феникса, жесткого дэмэдж дилера, который как раз таки будет нуждаться в дополнительном приросте атак спиде. Вот. Ну помимо того, там еще и чена суммонов будет много, все это будет очень быстро нарезать. Действительно, неприятно, неприятно будет. Ну, команды Hot Six АУЕ хватает, Якс и Энигма, неплохие замесы 5 на 5 они могут устраивать. Так что пока все более-менее равносильно получается. Хотя, как по мне, немножечко нестандартно и не дефолтно увидеть в первой стадии пиков именно Энигму. Ну да, понимаю теперь Феникса, что это будет дабла стоять, что Энигма будет лесная. И нужно Hot Six себя обезопасить, взять какого-то хорошего кэрри, который может стоять, по сути, один, с одним саппортом всего лишь. Ну вот Акс также, в принципе, может перемещаться так и в леса, так и стоять на сложной. То есть, если его там загнобят на сложной, то, я думаю, Энигма, в принципе, лесом и поделится. Да, но при этом получается такой немножечко жадноватый пик уже у MP Hot Six. Действительно, много лесников, много героев, которым нужен будет фарм. То есть уже два персонажа, которые, казалось бы, на соло-линиях вряд ли будут стоять, но при этом в фарме нуждаются. Действительно, нужно будет хорошие, сильные главные линии расставить с самого начала. Так, ну вот в бан отправляется Вич-Доктор Темпларочка, и вторая стадия пиков открывают ее ребята из MP Hot Six. Ну, посмотрим, будет ли опять что-то комбинировать, идти на ОЕ прокат, что очень рискованно. Про это, возможно, какого-то Сен-Кинга, Магнуса, ну что-то в этом роде, опять же, связанное с АОЕ. Но это, опять же, крайне рискованно будет, потому что если этот прокат не пройдет, то MVP останутся ни с чем. Ну, MVP Hot Six. Это у нас одинаковое название, думаю, будем еще путаться не раз.
Ну да. MVP, MVP. Проще Hot Six и Phoenix, наверное, называется. Ну да, да. Упустить эту приставку MVP. Ну, понятное дело, что самой организации невыгоден этот матч, потому что одна из команд будет вылетать, занимать всего лишь третье место, что не дает им возможность прилететь на LAN. Что поделать, нужно было выиграть вчерашние матчи. Я вот смотрю, и Phoenix там от Rave отлетели, и Hot Six еле-еле Минески преодолели. Ну, довольно тяжело им пришлось. Да, кстати, по поводу этих вот АУЕ комбинаций, ну, это всегда круто. Это всегда круто именно с позиции комментатора смотреть за такими шикарными АУЕшками, за этими комбинушками. Классно, когда там у команды все получается. В пятерых они там Магнус завозят, и Нигму Блэкхол дает. Мы прям вот аж в восторге от таких мувов. Но на самом деле на практике такое очень редко удается осуществить. И, ну, довольно много персонажей, которые способны все дело законтрить. Поэтому... Ну, опять же, тут как повезет. Ну, вот опять Дизраптор появляется, вот он, АЕ прокаст. Но, в принципе, Дизраптор не только в ультимейте силен, у него очень сильные способности, вроде Глимсаки на этих филда, так что тут нельзя сказать, что это было чисто под АОЕ пикнуто. Просто саппорт полезный, который может стоять на лейне и помогать своему кэрри, притом вполне неплохо. Да, плюс, опять же, хороший инициатор. Вместе с Аксом, там, то один, то второй могут врываться, могут кого-то... придвигать к себе, скажем так, какого-то отставшего противника, подтянуть с помощью Глимса, возможностей действительно много. Более чем стандартного суппорта добирают ребята из MVP Phoenix, The Vengeful Spirit. Хороша она также тем, что даст небольшой такой прирост по дэмэджу за счет своей Vengeance Aura, что будет полезно как и Чену, так и Тролю. Так. Ну и пока Hot Six своего кэрри не показывают, то есть взяли себе оффлейнера, двух саппортов, и вот он Bristol Back. Очевидно, позиция будет у нас... фармящего героя, но остается Hot Six забрать себе мидера. Но вот Bristol Back очень жирный, неплохо воюет и против тролля, там уходить от него, и тролль никак не сможет пробивать этого Bristol Back сильно. Но Bristol Back нужно выфармить себе айтем, взять какой-то вангард хотя бы. Ну и как кэрри, все же Bristol Back, мне кажется, послабее, чем та же Медуза, чем даже Джиггернаут. Не всегда он реализовывается, как хотелось бы. Ну да, если соглашусь, я бы даже, наверное, в противостоянии тролль Варлор Bristol Back отдал предпочтение именно троллю. Тролль как раз таки один из тех героев, которых, которые именно предназначены для того, чтобы жирных персонажей пробивать. Что Акса, что Bristol Back, за счет своей пассивки, за счет своих способностей. Он крут, он реально крут. Но очевидно, конечно, что в соло он здесь не справится, то есть нужно будет какое-то хорошее к нему дополнение. Но вопрос, какой еще герой способен будет пробить? Посмотри, Зевс появляется. Ну, Зевс, видели мы Зевса и оффлейнера, и саппорта, но здесь, как я понимаю, все же у нас будет Зевс на центральной линии. И, возможно, их сложно отправить. Пока что не совсем понятна позиция Зевса в этой игре, но вот он, Зевс. Но там можно сбивать блэкхолы, как вариант, возможно, вот такая одна из задач была. Притом, Зевс неплохо пробивает Bristol Back, если он там без байпы какой-то, без клаки обычной. Так что, именно, возможно, против Bristol Back направлено и тонкие герои вроде Дизраптора и Энигмы. Ну, возможно, возможно, да. Ну, в любом случае, это, опять же, неплохой прокастер, это нюкер. То, что необходимо было MP Phoenix, таковых нюков у них маловато, собственно, да. Ну, у Венги, у Чена что-то есть, ну, с довольно большим кулдауном в замесе, малопригодно. А вот Зевс в плане раскастовывания, в плане вынесения магического прокаста, он идеален фактически. Вот решили MP Hot Six избавиться еще от одного нюкера, брали Клопу. Но они все-таки, я так понимаю, думают, что мидера не хватает Фениксам, что Зевс пойдет на сложную. Посмотрим. Ну, тонковатый такой пик у MP Phoenix получается. Такого героя не возьми, все это вот легко пробиваемое, легко убиваемое. Я просто вот представляю, как только Акс ворвется там в двоих-трех героев, что же произойдет с этими бедными Фениксами. Да, там будет Bristol Back стоять рядом, спрейить постоянно, дэмэдж такой залетает незаметно, но очень больно. Еще как Лина вариант для Hot Six на мид поставить ее, чтобы она там тролля, по сути, убивала своим прокастом. Вот тролль, ой, Лина, кстати, это очень хорошее решение, вот мне действительно тоже очень нравится этот пик. Особенно с позиции опорного. Ну вот решили вот так вот сделать. Ну опять же, Медуза, которая выходит в лейт. Не знаю, пик Hot Six в плане глубокого лейта выглядит очень сильно. Это жесть как сильно. Это такие герои, которых так сложно убивать. Я просто представляю сейчас тролля, который бедняжка будет то в одного грызаться, то второго. Это же всех нужно пробить. А все такие жирные, неудобные. Ну кошмар. Действительно просто кошмар. Я даже не знаю, каким героем здесь можно спасти ситуацию в плане лейт игры для Фениксов. Вот что такое взять, что будет здесь тащить. Есть, кстати, Джиггернаут, которого не забанили. Кстати, не так часто в Азии вообще его банят. Но вопрос, заедет он сюда вообще или нет. Ну вот берется Эмбер Спирит, которого позабыли, но, опять же, временами появляется он, и как раз-таки Фениксы вчера показывали у нас Эмбер Спирит, и вполне неплохо заехал. Ну, посмотрим.
А, слушай, вчера ты матчи комментировал, да? Да. Ну и как там эти хотсиксы, нормально? Против Минаски, по-моему, не воевали. Да, ну там сражались они, но все равно почти шансов не оставили ни Хотсикс, ни Феникс. Слабовато были команды. Просто и Минески, и Рейв были на год и на две сильнее. Я понял. Ну ладно, ребята разбирают у нас героев, мы с вами подключаемся уже к этой первой карте. Ребят, кстати, по поводу финала. Финал состоит завтра, если я не ошибаюсь. По-моему, немножечко пораньше, нежели сегодня он будет начинаться. В формате Best of 5 пройдет этот матч. Насчет преимущества в одну карту я, к сожалению, не в курсе. Я тут пытаюсь найти информацию. Ну, вроде как преимущества в карту не будет у Рейв, поэтому там прям с 0-0. Ну и... Собственно, мы, по-моему, с тобой будем освещать, да, этот матч? Да, вроде да. Ну, по времени, конечно, пока еще нельзя сказать, когда она будет, потому что вечные переносы, тут нет никакой-то точности пока что. Ну да. Ладно, давайте пока знакомимся с игроками тогда. Итак, Hot Six for Reef сыграет на Bristol Bake, товарищ MP на Медузе отыграет, Хин у нас будет Disruptor, Jerax на Enigma, ну и в сложный отправляется товарищ Батон на Аксе. Так, ну, и давай. MVP Феникс. Q играет на Берспирите, КП. Тут ники такие, кстати, забавные. Я вчера сидел, путался, просто невозможно. На Тролле, Нац, на Чине, Феби, на Венчал Спирит. Ну и на сложный Марч будет стоять действительно на Зевсе. Вот он, Зевс на сложный. Ну посмотрим, как он себя проявит против, как я понимаю, будет стоять триплы. Ну, Энигма будет лесная, но тем не менее, сложновато будет Зевсу. Хоть у него есть и прокаст, но будет мешать Дизраптор. А что у нас по миду, кстати? А кто у нас на миду? Ну, видимо, Медуза, да, просто пока на ботном пошла за руной, Райсбенд вот там гусика закупила. Не, ну Зевс, да, Зевс на сложной линии мне вообще не нравится, я ненавижу, когда вот эта атака использует Зевса. Эта бедняжка без эскейпа, с малым запасом здоровья стоит, и ладно, если противник после, против него там на линии легкой будет стоять неудачно, да, там не будет делать грамотные отводы, или, например, керри будет автоатакой бить. Да, линия пушится, ты под крипами, под тавером стоишь, там молниями добиваешь крипочка, все хорошо. Ну а если грамотно линию держать, то Зевс вообще ни одного крипа не получает. Он остается с первым уровнем. И это меня напрягает больше всего в Зевсе, который используется на сложной линии. Полезность такого Зевса, но она минимальная практически. Ну вот есть герои, которые на сложной линии ничего не получают, но потом просто уходят в леса. Вроде Акса, вроде Батрайдера, вроде Дума даже. А вот Зевс действительно, куда ему идти? Ему некуда идти, как-то только если гангать, выходить на центральную, на топ-лейн. Сложновато. Ну, посмотрим. Пока что стоит один Bristol Back, и будет это действительно дабла. Но Disruptor должен гонять своим Thunderstrike'ом, наносить Зевсу немаленький дэмэдж. А Bristol Back должен получать абсолютный фрифарм. Да, именно так. Ну, опять же, Jerax, может быть, потянется. Собственно, я, правда, в последнее время, которых Enigma видел в лесу, не видел того, чтобы они там начинали как-то хорошо гангать. Они зачастую стараются выформить себе довольно быстрыми канцем, там, и прочие артефакты только потом уже помогать. Но, в любом случае, у Jerax такая возможность есть. Выйти на линию медовую, например, на легкую или куда-то еще. Пока по закупу я не вижу каких-либо у него смоков, поэтому, скорее всего, будет просто фармящая Enigma. Ну да, Enigma пока фармит, в принципе, Чен здесь тоже будет набирать мощь благодаря своим крипам, взять какого-то кентавра, либо тролля, можно будет выходить в мид. Но Медузу убивать не так уж и просто, там аншилд, и попробуй ее пробей. Пока что у Эмбера еще только первый флеймгард, надо набирать силу, набирать левел, и тогда, может быть, что-то и получится. Намечается вот какая-то такая вот пассивная дота, то есть каких-то фрагов, я думаю, первые 5 минут мы не увидим. Пока если они выйдут, только лесники куда-то на лейны. Все очень спокойно. Да, я о том же, вот то, что действительно за счет того, что довольно жадные пики у той и другой стороны, за счет наличия опорных лесников, то надеяться на активность можно только от них. Но, показывает практика, зачастую лесники дают предпочтение все-таки фарму в лесу, нежели каким-то ранним гангам. Хотя вот, если опять же сравнить Enigma и Чену, я больше предпочтения дал именно Чену в его гангущих способностях. Если найдет хороших нужных сумонов, купит себе смок, он вполне может выйти тоже на... какие-то линии где-то прогангать. Тем более, что с той стороны от Феникс, как мы с вами определили еще на стадии драфта, что лейт у них послабее, и гангать, наверное, все-таки нужно. Попытаться Медузу продавить и остальных ребят где-то. Посмотрим. Зев здесь по Тандерстрайкам висит, очень больно, Зевса пробивают. Там гусики он все уже съел, и теперь как отрегениваться, непонятно. Действительно, будет сложновато. Дизраптор забирает руну, ну и дальше отгонять Зевса назад. Просто он скоро на базу пойдет и вообще останется без опыта. Ну, хотя 6 крипов имеется, тем не менее, у Акса 5. Ну вот, все очень-очень ровно вообще. По крипам никаких проседаний. И тролли, и Брислбек наравне, и Эмбер, и Медуза тоже. Вот такая вот равная пока что игра начинается. Ну, неудивительно, в принципе. А, ну только меня единственное, что смущает, то, что дали возможность Зевсу получить третий уровень.
уже там с сапогом и более-менее у него дела идут, я думаю, будет немножечко похоже. Так получилось, что все-таки немножко линия подпушилась и умудрялся своими молниями цеплять. Потери у нас речку О пытается импи разменивать по ХП с каким-то гардом. Импи аккуратно держится. Ну, импер там, видимо, бота лабузит, так что скоро он снова приедет. Можно будет продолжать себе напасть с флеймгардом. Ну и на топе Акс. Также за третий уровень ловит стан, пошел бейф оф террор. Ну, убить его, конечно, не получится. Там дается агр, появляется армор. Конец, в любом случае, конечно, этого Акса нужно, дабы он не чувствовал себя фривольно на этой самой линии. Так, ну я вот смотрю, первые подключения от Чена пошли, причем очень важно, у ребят из MP Hot Six отсутствует какой-либо вижен на топ-ру. Естественно, проход Натс они не видят, а Натс не на мид-линию пошел, а в спину на Акс. И у Акс сейчас могут быть большие проблемы, уже пошли топорики от тролля. Есть танчик, если что, у товарища Vengeful Spirit. Так, в спину, заход от Чена, батон получает сеточку, батона большие проблемы, есть нюк и забирает его с помощью тычки с руки товарищ Фоуни. Это ну, очень четко сделано. Чен там все протанковал свои урсы, троллем. Дэмэджи герои вообще не получили от Тавра. Да, не было вижен, не было телепорта у дизраптора, никто не мог помочь. Только вот он появился буквально секунду назад. Глеймс. Ой, да ладно, дизраптор, возможно, погибнет. Марч, конечно, до конца. Но Марч, скорее всего, накажет его за это. Да, Тандерстрак висит и пойдет в Ариф до конца. 1-1. Да, топ-лейнеры пора зашиблись, но со своего ганга ребята из MP Феникс получают Тавр. Может, сразу же смогли загадать. И том, полки, ребята не хотят останавливаться, тут особо никто не дефит. Ну вот, наконец, летит сюда дизраптор. Хотя, пойдут ли не туда, там есть тролли, есть сеточка. Тролль сетку кидает, ну и задерживает просто батона. И все же надо отойти. Да, не дают, собственно, спушить вот так вот нагло сразу второй тавр. Вынуждают смещаться сюда хина. Ну, более-менее тавра дефали. Сейчас Акс по своим таврам здесь под Т2 сможет получить какие-то деньги. Фармить на блиндагер нужно. А кроме как на сложной линии фармить ему больше-то и негде. Потому что и ним все-таки оккупировал эти леса, и оттуда пока уходить не хочет. Ну, в целом, да. В любом случае, пока все очень даже ровно. Несмотря на то, что тавр один спушили ребята из MP Phoenix. Вроде кто должен фармить, фармят. Ну, а дальше вот посмотрим, кому это будет в плюс. Опять же, сравним, например, двух мидеров, собственно, товарища Ко и товарища MP на Медузе, мы понимаем, что Эмбер Спирит, герой такой, он, ну, пораньше, собственно, его можно уже использовать для своей команды, на благо. То, что есть полезные нюки, есть полезные способности, ему важно, там, получить левел 7, левел 8, он уже способен врываться и какие-то хорошие действия осуществлять. Медузе же, для того, чтобы быть полезной для своей команды, нужно времени побольше, то есть нафармить себе какие-то скади и прочие артефакты. Да, вообще, по самому лучшему стечению обстоятельств, конечно же, товарищи MP лучше затянуться в лейн. И там уже шестислотовая медуза, конечно, со всеми будет разговаривать на ты. Ну, действительно, пока надежда на Бристлбека. Бристлбек, который фармит, который получает также левел. Для Бристлбека левел очень важный. Уже почти замакшены спреи, ну и дэмэдж там будет залетать большой. Энигма с блэкхолом, маны, правда, на нее не хватает. И купилась хардрес, будет выходить в классическую меку. Джерекс не придумает какие-то блинкдаггеры, как раньше всегда покупали на Энигму. Ну, а мека пополезнее будет в данном случае. Ну, типа, и нет. Типа здесь, да, вот, ну, блинкдаггер, БКБшки, все это можно покупать и Нигме, но есть одна большая проблема. Это то, что ребята из MP Феникс забрали Нигму на First Pick и отдали таких героев, как Vengeful Spirit и Зевс. Кстати, они в миде, атака на MP пошла. И, ой, не хватает маны на Stonegaze, как раз таки Монашил все скушал ману и пытается забрать, приходит дисраптор. Есть Black Hole, но Джерекс не успел его дать никуда. Вообще никуда не дает, просто туда-сюда побежал, никого в итоге не нашел. Ну и Эмбер уводит есть на себя. Ботл, есть ремнантик. Просто сейчас разводит ребят, вылетает и уходит. Да, очень качественно сыграл. Сильно красавчик. Ой, и вот опять же тоже согласен с тобой, что непонятные действия от Энигмы. Походила, побегала. Ни Малифайс, ни Блэкхол ничего не дала. И, ну, полезность нулевая получилась. В итоге в наглую зашел Эмбер Спирит вместе со своими тиммейтами, забрали Медузу, сделали хороший фраг, да еще и в живых все остались. Назначенность получают хорошие плюсы. И по сути ничего не потеряли, никакие способности, все осталось. Ну вот, ждем выхода от Джерекса. Опять же, блокол нужно реализовывать. Все же, конечно, можно там ждать до 40 минуты, чтобы дать его в пятерых. Но лучше дать в одного, но зато 100% убить. Потому что дай блокол, иди дальше в леса фармить. Фармить там, опять же, 5 минут и выходи снова, давай блокол. Тут все очень просто. Да, абсолютно согласен с тобой. Но тем более, что ждать идеального момента здесь, ну, практически невозможно. Я вот закончу ту самую мысль, которую начал по поводу того, что есть пики у MP Phoenix, Зевс и Vengeful Spirit. Если же Зевс может сбивать до появления БКБ на Black Hole и Enigma, то с появлением БКБ сбивать Black Hole сможет Vengeful Spirit, причем всегда 100% за счет своего свапа.
Поэтому надеяться на то, что здесь Enigma будет вкастовывать свой Black Hole по пятерым и будет действовать этот Black Hole на максимальных своих возможностей, ну, наверное, все-таки не нужно. Здесь Enigma больше, скажем, для морального устрашения противника. Самый Джеракс будет нужен. Тем не менее, играют ребята, опять же, аккуратно. Всего лишь 3 фрага за 8 минут. Особо никто не подставляется. Просто на ошибках делаются фраги. И всего лишь их 3. Эмбер Спирит, Брейсер есть. Будут выходить в барабанчики. Потом, я думаю, какой-то будет Battle Fury. Но не спеша. Постепенно будут. Никита сразу фаз БФ. А вот барабанчики стать немножко поплотнее. Барабан вообще. Артефакт уникальный. Дает прекрасную ауру. Ну и Чен. Появился ультимейт. Есть почти готовая мека. Тут остается буквально 100 золота до появления артефакта. Да, кстати, вот этот Чен с появлением механизма, он довольно серьезную пуш-силу набирает, и, возможно, MPFing захотят это самое пуш-силу реализовать, потому что они могут спокойно здесь распушивать. Конечно, проще всего это делать, когда вы там забираете нового героя на линии через какой-то ган, как, например, было во время ФБ, убив на сложные акса. Вот, но, с другой стороны, и так тоже можно просто вплотную в лобовую атаку пойти этого распушивать. Но пока это смог вылазка и смог вылазка на Рошана. Товарища, KP, есть уже Battle Trance. Есть Морбит Масочка, Базилиус активированный. Ну и вот так вот тихонечко и аккуратненько пытаются этого самого Рошана забрать. Да, наглую пришли на 8-й минуте, взял тролль себе масочку. И с маской действительно Рошана забирать очень можно быстро, под вейвом, под Battle Trance. И никто не мешает. Там кто-то уже и побежал, конечно, но поздно, слишком поздно. Акс уже не успеет ничего делать у Акса. Даблинг Даггер еще 1000 золота. Сев сультанул, Бристл Бэка. Ну и... Цеплять нечем пока, да. Да, цеплять действительно нечем. Какого-то глимса нет, да и Ко что-то далековато находился, так что мог, конечно, ремонт ворваться. Но в целом, в любом случае, неплохо. То есть Аеги забрали, опять же, на халяву забрали Рошана, теперь дружненькой толпой, вот этим огромным количеством сумонов, этим табуном будут идти и ломать один тавер снизу. Ну и товарищ Фориф, один, конечно, деф, он хорош за счет своих кулспреев, но если подставится какой-либо шальной стан, то его здесь не простят. Я думаю, все-таки Берстар. Действительно, хватит. Даже Вангард, по сути, не спасет, так что нужно поосторожничать. Чекает все Зев, вдруг стоит какая-то Энигма, какие-то блэкхолы готовятся, но. На самом деле ничего-то не готовится. Вот ТП. Ой, Медуз слишком опасно. Стоунгейнс юзает, правда, сразу же. Вынужден отходить ребята из MP Феникс. Бристлбэк там гуляет. Получает, опять же, касты. Драка делится на две части. Терением KP у нас Дисраптор вцепился. Здесь у Бристлбэка большие проблемы. Зажался Зевс. Дает максимум своих возможностей, потому что кончился у него уже мана. Через 10 секунд только будет соло-ринг. Есть мека. Мека, в принципе, неплохая. Хватит ли дэмэдж забрать Бристлбэка? Бристлбэк. 20 хп, остается прожимать стики и бежит же, бежит. Но там тест оф фейс. 8 хп, 16, живи. Там теория вообще драка продолжается, по Т2 тавера. Там тир 2 уже пошла, да. Ну и Бристлбэк улетает все же, но 3 в 0 в итоге все равно выходит. И тролль даже не потерял Аегис. Фантастика какая-то, конечно. Гнали этого Бристлбэка, а Бристлбэк оказался живее всех живых. Ну, не было Джерекса в файте. Джерекс был на топе, спушил вышку, но... Возможно, был бы этот Джерекс, был бы какой-то блэкхол. Хотя потом в двоих. Вот решил, что вышка будет стоить подороже. Возможно, он и прав. Возможно, бы он в этом файте как-то... Не прокстал бы свои способности нужным образом. Ну блин, ну как вот, как прав. Ну вот твоя команда потеряла троих персонажей, потеряла тавер. Ты взамен этого получаешь только меку. Ну, ты хотя бы мог кинуть Midnight Pulse, я не знаю, ну, хоть что-то сделать, спасти свою команду как-то, ну, странно это. Очень странно, что Enigma вообще не принимает никакого участия в начальной стадии для команды MP4 Six. Вот она мягко действительно появилась. Ну что ж, пушит просто КП мид нагло, никто у него не дефит, по сути. Тембер влетел, Джеракс. Блэкхол не кастуется, но можно было попробовать взять и прокастовать просто вот этого одного Эмбер Спирита. Вот он ждет идеальный случай, тут ведет и тролль, но тролль, правда, с Аегисом, конечно. Давай Блэкхол против него не очень хочет. Там Сиринг Чейнс, держит на расстоянии батона. KP идет танковать, ты же знаешь, что есть Аегис, он, в принципе, торгует своим лицом. Ну а чем его цеплять? Ну чем, то же нужно его убить. Ну и что это? Вот Бристлбэк пошел, окей, Бристлбэк у нас в качестве атакующей такой силы. Фориф устремляется дальше за Натсом. Хотя Натса там может убить, Натс есть стики, даже их не прожимает. Ну, хорошие чейны были, остановили немножечко Форива. Ну и все, на этом, собственно, застопорилась атака со стороны MP Hot Six. Хотя нет, драка-то продолжится, потому что КО уже откатился флеймгард, начинает Хина пробивать, Глимс. Пошли фисты, да ладно, Хин еще 2 хп, 2 хп, боже, а добить! Ну и теперь вопрос, Q идет или нет, там очень больно бьет спрей, но маны нет, у Бристлбэка не хватает просто на спрей. Ремнант. Ну, Эмбер Спирит. А нет маны тоже, да, обидно. В итоге, конечно, и фраг не сделал, и чудом просто остался живых Дисраптор и погиб Эмбер Спирит. Но вот за счет таких мини-ошибок, я бы сказал, MP, Hot Six еще как-то могут выправить ситуацию в этой карте. Потому что если мы посмотрим на графики, видим, что у Феникс уже есть преимущество в 2000.
экспириенса, правда, преимущества нет. Ну, ты знаешь, не так много за снесенные товарочки, за такое количество фрагов, всего лишь 3000. Плюс там Рошан еще был. Ну, не забываем, все же есть Медуза. Медуза может любые игры вытаскивать, и в лейте себя показывает просто невероятным образом. Когда у него там 5 айтемов, 6 айтемов, мы понимаем всю мощь данного героя. Да, но не в том случае, когда она идет пока на 5-м нетворсе, и нетворс ее немножечко лучше, чем у Чена со стороны противника. Да, пока все печально, действительно, пока все как-то не очень выглядит. Но нужно уходить фарм, значит, нужно идти в леса, не подставляться, если тебя убивают на лейне, а тут за Медузу уже присматривают и готово. И винга врываться, есть, кстати, свап, можешь попробовать, как вариант. Но Медуза понимает все прекрасно и уходит. Такое ощущение, что Энигма и Медуза, они поменялись ролями. То есть, по сути, роль Медузы сейчас исполняет Энигму. Вот так вот сплит-фармит где-то аккуратненько, в драках не участвует, пытается вытрамить себе шмотки. А Медуза наоборот, мол, ребят, я Энигма, я буду драться, сейчас вам буду помогать. И принимает участие, ну, практически в любом файте. Довольно странная ситуация получается, но по факту так оно и есть. Потому что идет Энигма, у нее 0-0-0, а идет Медуза, у нее 0-2-0. Кто из них лучше? Вопрос. Фориф в терене подставляется под станчики от Чена, неплохое микро. Раскастики от Зевса, проверяет на прочность Медузу, лишает ее маны в какой-то степени. Ну и там до сих пор вся Егис просто заходит тролли, нагло забирает вышку. Да, прожимается глиф, ну, попытается, ребят, максимум задонать ее. Там Аегис сейчас пропадет, нужно его отдать. Нужно отдать Аегис, вот Аегис отдает, потому что он уже бы скоро пропадал. Денайбл уже у нас товарочек. Будет ли KP свап? Но цена спасает. Фориф здесь стоит на лоу хп. Снова топорики пошли. Глимсуют Чена. Его успевает Falling Blade'ом забрать Акс. Ну а там погоня опять за этим Бристлбеком. Боже, ну сколько можно Бристлбеком гнаться? Есть же цели получше. Вот Куо, например, нашел батон. Но правда там Стоунгейз. Бристлбек, там еще непонятно, кто кого убьет. Тролль на лоу хп. Тролль все живет Бристлбека. Да, ладно, там и еще... Энигма приходит. Вот она, Энигма. Блохол, кстати, уже где-то был потрачен. Я, правда, да, даже да, не видел, я тоже не заметил. Ну, Винга здесь приехала, да, дает, конечно, стан, но умирает Эмбер. Эмбер пошел на базу, оставил Ремнат, он сейчас вернется, если что, за этой Медузой гнаться, нет? Ну, там Эмбер уже все уйдут просто, даже если вернется, бесполезно. Но там Марчко нет Хина пока. Драка может продолжиться, здесь еще приходит тролль, у Хина могут быть большие проблемы, маны у него нет, батл транс, ух ты, в секунду просто разложили. Да, Ко, конечно, не подоспел, но в любом случае фраг ребята из MVP Феникс сделали. Но очередная выигранная драка для MVP, плюс снос Тавра. Ну вот был блокхол куда-то, вопрос куда, потому что, по сути, из MVP команды никто не погиб. Я не знаю, куда там кастал Джерекс. Ну, Вингу одну, непонятно. Да, дорогие друзья, если вы смотрели в Dota TV, собственно, этот файт, расскажите нам, пожалуйста, по хэштегу TheSummit3 в Твиттере, где был этот блэкхол. Мы его тут ждем с Лексом 15 минут. Мы ждем, мы просто просим у них, мы скастани его. Она скастовала, но мы его не видели. Видимо, на долю секунды этот блэкхол был вкастован. Ужас, просто ужас. Эх, ладно, 8-4 пока страдает, очень серьезно, MVP Hot Six в каждом файте, какие-то приключения, даже, казалось бы, толстоватенький Бристлбек, но все равно умудряется погибнуть. Ну вот как выбираться MVP Hot Six? Не, ну, мы знаем, мы знаем. Пока эта жадность не работает, на самом деле, MVP Hot Six набрали вот всех таких жадных героев, и что-то не идет, то есть, даже Акс, который пошел на сложную, у него 1-3, и, по сути, Зевс выглядит получше. Эмбер пошел сюда, выход на Бристлбек, и Бристлбек даже не чувствует, что есть какой-то вангард, его очень быстро пробивают. Ой, батон, как неудачно-то, она прыгнула на блинке, и в итоге никого согреть не смог, потому что отлично контролил здесь товарищ Ко. Погоня продолжается, батон, Зевс идет, раскастовывает, батону очень больно, конечно, никаких клоак у него нет, весь магический прокаст он себя впитывает, Фарива здесь тоже подцепили, Фарив тоже бьет, просто в лицо. Огромный дэмэдж, там, конечно, производится мека, пошел свап, Энигма без блэкхола, Энигму здесь оставляет абсолютно одну, статик шторм. Подхила Чена, да. Вингу спасти, урну на себя. Нет, все-таки Thunderstrike срабатывает и забирает Тенши Пуспирит. Так получилось 1-1. Чудом остались живых Энигма и Бристлбек. По сути, там должны были всех убивать, да. Немножко совсем не хватило. Повезло. MVP, Hot Six. Ой, здесь Тавр тролль бил. Вот Бристлбек вышел, говорит, иди отсюда. Точнее, иди сюда, теперь он говорит пока. Ну-ка, Фориф. Ну, тут слишком много надо гук стакать, чтобы этого тролля догнать. А у него все-таки Саша Яша, он довольно быстрый по фейзаме, тем более. 302 мувспида пока имеет. 360 без гу. И далеко слишком бегут ребята, на самом деле. Там уже пошел телепорт у нас от Эмбер Спирита. И Бристлбек далековато заходит. Эмбер еще и в инвизе. Джо бык. Просто бык. А там марш в спину. Опа, вот же Ракс. Из прокаста. К прокастику. Там, правда, есть меканзм. Малифайсы пошли в марч очень удачно. Тем более, он под крипами, можно встрять. Блэкхол через 5 секунд будет. Ну что ж, Энигма, Джерекс. Пока что ждет удачного момента. Джерекс стоит. Ну, убивать уже на Сэмбера, кстати. Ну и Джерекс надо дальше бежать. Есть у нас Марч. Байбек от Эмбер Спирита. Лол, он будет возвращаться. Да, возвращается на свой ремнант. Свап, потому что пошел Зевса. Зевс живет. Батон, большие проблемы. Батон держит на месте, его убивают. Фориф по дурной пытается уйти. Опять же на лоу хп.
О, сколько раз мы видели это гонение Бристлбека, и Стоунгейзом встречает, МП будет спасать его, Бристлбека на развороте, можно будет убивать, товарищи, Куо стоит, страдает, тот же после байбека умирать нельзя, Куо все-таки гибнет. А что дальше делать? Дальше ты персонажа. Тролль идет в атаку, Бристлбека слили, под ультимейтом Зевса, дальше. Амгли дальше тролля возвращает, но и тут должно уходить, просто уходить, получает она фраг, и уходит. Вот так вот, да, Зевс без ультимейта. Еще пошла погоня, Дизраптор есть, кинетик филд, ставится. Станчик от товарища Фэби. Ну и продолжение, нет, продолжения не будет. Ну вот, вот так вот. Тут у нас Зевс и телепорт делает домой, и его отправили на базу. Интересно, немножко ты что, не сыгрался с Марчем? Ну ты знаешь, вот такие вроде бы атаки массивные, это MVP Феникс, они действительно давят, давят по всем фронтам и делают это очень часто с маленьким промежутком времени на отдых. Но в любом случае каким-то чудом MVP Hot 6 еще держится. Я вот смотрю эти батл рекапы, нет-нет, но какое-то количество денег заработали, экспириенс тоже. Счет не такой разгромный 7-11. Глядишь, Медуза уже после 0-2-0 уже 2-2-1 идет. То есть где-то все равно MVP Hot 6 как-то умудряется найти свой фарм и умудряется в замесах чувствовать себя более-менее. Я не сказал бы, конечно, что у них комфортная ситуация на карте. Все-таки тогда, когда на вас постоянно нападают, и вы с позиции защиты выступаете, очень сложно играть. Но в любом случае, Hot 6 пока, по мне, так справляюсь. Ну вот после этого файта Ember Spirit потерял 1100 денег просто на ровном месте со своего байбека, никого не убил, умер еще раз, очень много денег потратил. То есть, по сути, там уже было половина БФ, а сейчас все нужно начинать сначала. Но вот как-то QQ поспешил с байбеком и его... вообще никак не реализовал, и, кстати, можно его еще раз убить. Акс блинком, Акс... Вот тут, кстати, удачно прыгнул. Куко издевается, просто красавец, издевается. Да, очень круто сыграл. Да, он играет так уже четвертый раз подряд. Я наблюдаю за этим патоном, который врывается и пытается Эмбер Спирита поймать. Что вот на топе, что вот здесь на вот этом пригорочке тоже Акс врывался, пытался Эмбер Спирита зацепить. Эмбер Спирит всегда его просто обманывает с помощью фистов. Играет Куо, ну просто шикарно в этих моментах. Так, ну что ж, пошли смоки. Где наша Энигма? Энигма дальше фармит просто чужие леса, наконец прилетает на ботом, ну и здесь можно ловить ребят. Идет у нас также Чен в своей армии. Но встречи, видимо, не будет. Хотя, Чен. Чена увидели, врыв пошел по всем крипам, кстати, статик шторм на одного наца, не пожалели, но должны его убивать. Да ладно, не пошел Кулимблейд, но смогли добить. Энигма прыгает, но уже никого нет. Кстати, купилась Энигма Блинкдаггер, вот такой вот Джерекс. Все же Блинк, не какой-то БКБ сразу... Уже не так часто встретим мы Блинк на Энигме. Обычно там фармит что-то другое. Ну, типа, в БКБ особого-то смысла нет. То бишь, если Блэкхолл будут сбивать даже под БКБ. Ну, даст немножечко жирности, но тратить на это 4000 монет, по-моему, не очень рационально. Да кто знает, может быть, следующим артефактом после Блинка. Но сам намек на то, что покупает действительно Блинк сейчас, это значит, что Энигма готова, и вот есть в мозгу товарища Джеракса момент таки, где он видит себя врывающимся, ставящим Блэкхолл. Что уже важно. Главное, это поставить себе цель. Ну, а реализация уж как-нибудь придет. Так, теперь так, ну что ж, урыв у нас пошел, но все, в этот раз Эмбер уже не смог как-то замарсовать. Эмбер, да ладно, все же улетает на Тандерстрайке. Сультанул очень сильно, пробивает Джерекс, Джерекс умирает. Стоунгейс пошел, но уже все же поздновато. Зацепил лишь одного Марча, и то не совсем удачно. Ну и минус Энигма. Надо там бежать. Убили. Надо бежать, подцепили теорию Медуза, есть Йоул. Медуза, что будет делать МП, без маны уже остался, сейчас будет впитывать, Фэби даже не замечает его, потому что идет дальше, он хочет цеплять дальше, у него есть свап, он продал левел 9, первый уровень свап, и зацепить товарища Хина, бывшего своего тиммейта, он не смог. Но два фрага сделали ребята из МП Феникс. На Hot 6 забрали тавр, в принципе, они хотели его забрать и забрали, но потеряли, по сути, своего мидера и джанглера. Не совсем приятно, что Медуза умирает третий раз, у Медузы у нас ферст айтем будет скади, никаких яш, никаких... Вот он там Линкин Сфер, сразу скадим. Просто тупо в статы. На жирность. Ну а как иначе? Нафармить себе на скаде уже как-то попроще будет, а дальше уже можно будет и Мантастайл, и Линкин Сфер, все то, что дает плотность и защиту от таких вот атак в какой-то степени. Ну, воспользуюсь, конечно же, Фениксы хорошо проведенным файтом, сразу же заходит, забирает Ташанчика, ей остается у нас товарищем KP. У Эмбера персик только появился. Ну, в целом, да, вот после последней драки я вижу, что MP Phoenix снова начинают набирать, собственно, свое преимущество. Уже порядка 3000 они выигрывают у противника по экспириенсу. Тоже около 3. Но... стоит отметить, что преимущество не самое большое. То есть отыгрывать это преимущество можно и не очень-таки сложно. Да, вообще это количество денег преимущество назвать довольно сложно. Потому что 3000, ну куда это? 3000 на 9 минуте кажется много, да, там для команды. Но на 22 это... копейки. Копейки — это одна неплохо проведенная ганг-атака, например.
Так, ну вот обдузиаст. Ну, тролль у нас, смотри, тоже гуляет в лесах чужих. Ну, погулял и ушел, видимо, да. Никого он здесь не нашел, был в поисках хоть кого-то, хотя медуза тут тоже очень аккуратненько играет. Стоит, правда, мили-крип, прирученный доминатором. Интересно, почему именно крип? Эй, сейчас на импита могут напасть, на импита нападают, тролль пошел под трансом. Есть, конечно, у нас тонгейс, замерз. Там очень много телепортов. Якс, надо прыгать. Акс боится. Боятся очень, да. Нет, импи только чудом здесь, конечно, выжил за счет своего стангейза. Однозначно должны были его убивать. Я тут смотрю на тролля, у тролля оказывается 5-0-3. Этот парень все время на острие атаки, все время идет в бой, не боится никого, и каким-то чудом он живет постоянно. Ну, видимо, сказывается постоянное наличие Аегиса у него в файтах. Потому что и первые драки, которые делали ребята из MP Феникс, были с Аегисом у тролля в инвентаре. И вот сейчас тоже. Поэтому, конечно, и... Киби, ну, собственно, не боится идти вперед. Бегает с армором, будет с Кади, конечно. Очень много у него уже статов появляется, немаленький дэмэдж. Хорошее количество хп, и убивать его реально сложно. То есть, Бристлбэк у нас, Энжьяш, Вангард, Клак у себя купил. Ну, будет, возможно, какой-то пайп. Тут Гарпия пришла, мана выжигает. Бля, хорошего крипа. Ребята, ну что ж, прыгает на этого Бристлбэк и вообще не чувствует его. Какой Бристлбэк, хотя Айгис должны выбивать. Тролль, Меку прожали, ну и тролль выживает. Да, даже не потерял он на Еге, собственно, неплохо. Ну так, обменялись способностями, обменялись любезностями. В итоге и Бристлбэк, и тролль немножечко просели, но никто из них не погиб. Держит оборону у нас MVP. По-прежнему, конечно, MP и Феникс у нас не могут себя чувствовать комфортно, зная, что за спиной где-то есть Энигма, которая все-таки иногда может зайти. Вот как это обычно бывает. Энигма есть в игре, вот она не дает блэкхол, ее гнобят, не дает. Потом один момент, один файт, где она залетает, дает качественный блэкхол. Происходит тимвайп, команда выигрывает. И вот ради таких моментов Энигма обычно и используется, там, скажем, там, в играх. Так что сейчас в этот момент, конечно же, ждут обе команды. Одни не хотят подставиться, другие, наоборот, хотят реализовать. Ну, нету глифа, вышку отдают, Энигма у нас на базе. Пока она дойдет, уже очень много времени пройдет. Ну, не знаю, пойдут ли Феникс дальше, а Фениксы идут дальше. Бристлбэк очень сильно проседает. Ну, вот можно было попробовать засвапать, как-то убить его, но не захотели рисковать. Тем более, там Айгис уже совсем скоро пропадет. Ну и они уже опытные ребята, гонения за Бристлбэком у них на протяжении всей игры продолжаются. И много он там терпит, и много докуда успевает добежать, прежде чем он умрет. Действительно, Бристлбэка фокусить не стали, так уж прям рьяно. Но свою мини-цель они выполнили, то есть тавр забрали. В какой-то степени можно сказать, что уже Аегис был реализован, потому что KP-KP постоянно идет вперед, никого не боится. Ну и таким же макаром можно забирать еще один внешний тавр, например, вот по миду. Почему бы и нет. Ну, вот Эмбер себе ждет уже БФ, вот он готов. Ну и Эмбер становится действительно сильной машиной для убийств. Там Энигма продолжает просто фармить в лесах. Вот всю игру реально она просто фармит. Она не вылазит на какие-то файты. Есть, правда, и Травела, и Мека, и Блинк, но... Как ты сказал, что нужно себе показать, один блэкхол может решить исход игры. Ну или хотя бы графики там довести до нуля. Потому что пока Феникс лидирует на 5000 по золоту и 4000 по экспириенсу. Но опять же, цифры небольшие, но преимущество в любом случае есть. Да, именно так. Ну, посмотрим, Джеракс. Опытный товарищ. Может, ему удастся нас чем-то удивить, чем-то порадовать, чтобы мы просто кричали от восторга после его блэкхола. Ну, пока, собственно, в промежутках между атаками от MP Phoenix, MP Hot Six нас стараются фармить, и видно, это по товарищу MP, который очень-очень-очень хочет, и, и нафармил таки в итоге на свое Айо в скаде. Плотнее стал, безусловно. Но, видимо, этот беда фарм... в том, что и у тролля почти скади готова, но у тролля, кроме скади, еще и доминатор, Сенжьяш и Блинкдагер. То есть айтемов немножко побольше у тролля будет. Ну и по нетворсу тролль 14 тысяч, в то время как медуза 9600. То есть разница чувствуется на лице. По сути, все эти графики — это только лишь наличие тролля на карте. Почему преимущество есть у команды MVP Феникс. Акс, да, лагер, просто вот в этих крипов, по сути, в никуда. Ну, нормально, запрыгнуть. Или что? Да, запрыгнуть нормально не может, потому что постоянно фисты, ему сбивает блинк. Ну вот смотри, вот так вот на халяву взяли, три тавер забрали с хайграундом. Ну, кого эти время атака пошла, спокойно, Ренан свой уходит. Ну, нужно как цеплять, вот и глимсует, кого должны разбивать, кого был спав, все-таки он погиб, есть проказы. Вся Энигма заходит! Не самый лучший, но хоть какой-то, хоть дала, какой-то, да. Ну, по сути, по саппортам он пошел, Зевса убили. Но Степэш живет. Степэш или Венджи Фул Спирит, да, тут пытается уйти у нас товарищ Зевс. Зевса здесь не отпустят. Ну и остался там у нас еще в живых товарищ Тролль Варл, который смог уйти. Ну, за Т3 Тавер забрали троих MP Hot Six. Ну, более-менее. Собственно, сторона еще не упала, поэтому можно сказать даже, что они эту драку выиграли.
Но я смотрю тут Battle Recap, 2500 денег они заработали, 4400 экспириенса. Ну и самое важное, что больше всех денег осталось, конечно же, и Медузе, и Бристл Бэку. Да, были там стрики, которых сняли, ну, вот так вот. Не стоит заходить, конечно, если бы снесли бараки, то было бы очень, конечно, круто в плане такого размера. Ну, бараки стоят, притом фуловые, Медуза получает неплохой буст. Опять же, Медузу бустить нельзя, какое бы у тебя ни было преимущество, как бы ты ни был в себе уверен. Ну, вот тролль. 2200 хп, Скади, СНЖЯш, Доминатор, Блинк, Фейсбутс, конечно, тролль. Очень сильно, его ни разу еще за игру не убили. Да, что опять же, интересно. Немножечко даже так удивительно, я бы сказал. Ну, KP сейчас вместе с своей командой нападать пока не будут до появления следующего Рошана. Это, в принципе, очевидно. Кстати, Рошана осталось не так много. И есть возможность, опять же, у HotZix еще немножечко пофармить. Ну, в частности, товарищ MP после выигранного файта, 2200 монет там все зарабатывал, купил полноценную Яшу. И после этого еще небольшой запас денег остается. Ну, будут ждать следующего захода. И очень важно будет вот увидеть сейчас, что придумали Фениксы. Будут ли они пытаться суицидиться ту самую топ-линию, чтобы снести бараки, или все-таки уже уйдут в фарм какой-то. Какая стратегия сейчас обеспечит им победу в этой карте? Интересно. Я думаю, суицидиться будет глупо, на самом деле. Опять же, против Медузы это не совсем хорошее решение. Даже если вы снесете сторону, умрете, то Медуза получит буст. А вот дождаться Рошана, с Айгисом заходить уже спокойненько, это вполне неплохой вариант. Тем более, айтемы позволяют и троллю, и Эмберу куда-то двигаться. Эмбер, думаю, выйдет в Кристаллис, появится вот совсем скоро. Ну, такими артефактами можно идти и стараться даже на тоже тир 2 зайти на миду, который стоит фуловый. Вот, есть вышка. Ну, кстати, да, то есть пока это дополнительные деньги, которые просто стоят. Я сомневаюсь, что MP под Six так рьяно будут этот тавр защищать. Все-таки потерять внешние 2 тавра, это, ну, не так печально. Ну, пока не торопится MP Феникс, мы знаем, ждут Рошан. Ну и что будут делать в это время HotZix? БКБшечка там теперь нарисовалась у Фориева 10 секунд, это, кстати, неплохо. У Акс еще БКБшка будет не скоро, не хватает ему на свиток. Медуза 1000 монет, я смотрю, у Энигмы, Огр Клаб, БКБшка все-таки будет выходить. Ну, Энигма продолжает сплитпушить, опять же, своими медалончиками, сама здесь стоит, Миднайт Пульс по КД прожимает. Ну и, кстати, Энигма по нетворсу совсем рядом с Эмбер Спиритом, что очень интересно. Я вот фармящий Энигма. Да, просто 30 минут фармить, не то, что там лесу пофармил 10 минут и пошел воевать, нет, просто фармить. Но, возможно, опять же, это выйдет в плюс, когда у нас будет файт там 5 на 5 в районе бараков. Наверное, да. Ну, справедливости ради отметим, что все-таки Джеракс нам хороший блэкхол один пал показал. То есть мы его видели, и немножечко я успокоился. 30 минут хороший блэкхол был. Может быть, не настолько круто продолжительный, но свою пользу и свою лепту он, конечно же, внес в этой драке. Так, ну и вот то это противостояние может еще какое-то количество времени продолжаться, но MP Феникс решили через ганг пройтись. Ну, очевидно, удобно заходить на бараки, либо на Рошан, тогда, когда вы убиваете одного из героев противника. Вот пытались эту наглую никому подловить, но тут же Ракс, собственно, понял, что тут, возможно, сейчас будет у него атака, и решил на топ-ауте уйти. И ты посмотри, неужели без Рошана пойдут на топе? Ну, это, возможно, будет ошибка все же без Рошана уходить. Ну, конечно, понимаешь, что тролля и так сложно убить, но тем не менее, это возможно. С блэкхолом нет. Пойдут на Рошана, пойдут. Должны смещаться, рисковать не стоит. Все сультанул, все зачекал. О, Фориева нашли. Фориев на фарме. ПКБ прожимает, но баши работают. В спину вгрызается KP, но он грызет. Он умеет это делать. Акс пошел. Тем временем есть свапы. Неплохой, в принципе, ставит этот шторм. Вот развалили, видим, Бристлбека, KP. Но KP-то без БКБшечки будут убивать. Квайлинг Блейд немножечко промазал батон. У него кулдаун теперь пошел. Замерз у нас Куоку. Орим Нантик свой откидывает. Но подскать довольно медленно. Три Нантик отходил. Все-таки удалось уйти именно на лоу-граунд. Джеракс идет дальше, пока Блэк Холл не юзал. Так и разделился на две части. МП-то давлением гонит Марча. Марч запешил его чем-то. Спокойно уходит. Ну, в итоге размен получился один в один. Ты знаешь, как по мне, размен в пользу MP HotZix. Конечно, по деньгам мы смотрим. Там Энигма получает немало денег, ну и стреля. Сняли стрик, что самое важное, умирает он первый раз. И, кстати, можно было пойти по Рошану, появляется вообще прям скоро, а до тролля еще 40 секунд, до респауна. Но вот как-то неспешно, дизраптор зачекал. Ну пока нету, да, точного тайминга у этого коллективов нет, они просто сейчас с собой чекают. Кстати, вот тут Феби, Хина, Рошан появился, знает об этом сейчас оба. И глимсанули, ну тут за счет того, что дал вижен информацию своей команде, погиб сам дизраптор. Может быть, оно того не стоило. Потому что вот за Рошана крайне необходимо было, как по мне, подраться ребятам из MP HotZix. Тем более, это узкий проход для Энигмы, это, ну, просто, наверное, лучшее, что можно придумать. В плане нанесения дэмэджа, в плане входа своим Black Hole и Night Pulse. Ну, там батон собирается выходить на этого Рошана, так вот неспешно ждет команду. Ну, или думает, что уже бесполезно.
Ну, вот черт его знает, он стоит и думает, а когда же? Ну, команда сейчас подтянется. Они, в принципе, успеют, то есть, если уже бегут, они должны успеть на этого Рошана. Без тролля били его очень долго. Вот Ролли начинает наконец наваливать, на него пошел наконец-то дэмэдж нормальный по Рошану. Рошан. Держит кого на расстоянии своего оппонента. Да. Все очень четко делают, ну и падают. А Эгис, остается сыр, надо его бы забрать. Забивают пространство ребята, потому что надо тут убивать ребят, которые забежали слишком далеко. Ой, Энигма подставляется, Джеракс, ну нет, ну Джеракс, ой-ой-ой-ой-ой, погибает и без байбека. Драка-то ведь продолжается, Стоункейс пошел, но Кипи вгрызается в Фотона. Коа здесь тоже замерзает, ставится Стик Шторм, вот Энигма здесь нужна на помощь, байбек Атакса. Гонение, а вот Энигма не выкупится, очень беда, да, был бы байбек, было бы какое-то предложение, и бегут, просто бегут MVP. Вот Стикс подальше, цепляет Атакса. Кипи Форива. Акс уже после байбека. От тролля огромный идет. Но и Акса не будут так же минуты. Надо забирать как минимум тир 2. Да, надо сторону забирать. Надо... Там есть бараки голые, да. Там есть голые бараки. Идти как раз еще и к ним. Пойдут или нет? Как бы все есть. Там сыр до сих пор валяется, интересно. Да, валяется сыр. Вообще никому не нужный. Просто потом забили на него. На будущее. Потом на обратном пути заберут, если что. Да, и отличная возможность у MP Phoenix сейчас эту игру просто-напросто выиграть. Ну, правда, довольно долго они сносят этот Т2 Tower, кстати, крипы там долго шли, линию отпушили очень хорошо, Impi Hot Six. И поэтому Нигма сейчас появится, через 30 секунд появится Акс, и, скорее всего, даже сторону забрать Impi Phoenix не смогут. Это, конечно, грустно. Потому что пользоваться таким вот хорошим убийством Нигма они были должны. Ну, я думаю, не особо расстроены, там, опять же, получили немало денег. Но хотя, опять же, по графикам 35 минут, 7500 по золоту, 5000 по экспириенсу, цифры не самые огромные, самые страшные. То есть, видели и пострашнее, опять же, с Медузой все возможно. У Медузы 3400 имеется, кстати, ну и посмотрим, что это будет. Да бабочку надо брать. Ну да, чтобы тролля хотя бы развозить как минимум на МКБ. Тролль тут, ну хотя у тролля тоже 3200, то есть, по сути, если там бабочку видит, то сразу же будет покупать МКБ, там в считанные минуты. Ну типа, это даже помимо того, что тролля разведет на МКБ, это просто выживаемости поднять. Все-таки промахи, это штука хорошая. Так, на середине на Марч атака. Марч погибает. Ну, еще чуть дизраптор не убил, еще бы немножко, да, не хватило. Но тут против четверых был один. Правда, идти особо некуда. Ход с Иксом, да, пойдут они по лейну, но пока дойдут, там уже Зевс воскреснет, да и все либо сместятся, либо сами Феникс начнут пушить. Посмотрим. Ну да, тут я смотрю, уже Коэ сплит пушит снизу, то есть нужно обращать внимание на эту самую линию, если что, сместиться. ТПшки, конечно же, у всех есть. Но зато тот вот фраг на Зевсе позволяет еще целую минуту ребятам из MP Hot Six, в принципе, комфортно фармить. Это самое важное. Коэ пришел DFX в Т2 Tower, MP очень хочет его забрать. Глимсанули Коэ, но Ремнант оставил, поэтому вернется сразу. Глимс потрачен никуда. И там уже с боков заходит тролль. Так, будет инициация, вейв залетает, KP в Хина. Хин ставит, видим, филд, пошел на Джеракса. Джерекс просто ставит, ну и кипи, но он стоит, он просто, опять же, Аегис, он понимает, что все нормально, даже если его убьют, ничего не случится, Зевс делает байбек, импи очень сильно проседает, нет больше у него маны, ну и минус Медуза, минус Дизраптор. Кинул его команда вообще абсолютно, никто ничего даже не ворвался, не попытался этого сделать, потому что Энигма вроде была, но просто решили уйти. Ну грустно, отдали Медузу, и если вынудит ее сделать байбек, Медуза останется без своего артефакта, повода, которого она хотела приобрести. Будет не очень. Ну вообще, конечно, в идеале сейчас лучше ход сиксом не делать байбек на Медузе, а дать эти бараки. А за линию уже побороться за следующую. Как по мне. Там уже летит Сатаник, там уже летит Дейдалус. Соответственно, троллю и Эмбер Спириту. И, конечно, такими артефактами вообще сложно дефить. Ну и Медуза. Байбек, ребята должны просто отходить. Да, байбек сделан. Долетят айтемы вот эти необходимые и заходить еще раз. Потому что айтемы там, ну реально, очень дорогие и очень опасные. Еще и сыр в курьере летит тоже, халявный, по сути. Да, все очень плохо у MP Hot Six. Сделала Медуза байбек, но толку никакого, драки никакой нет. Байбек потрачен пустую, MP тут фармить пока не может, у него штраф висит. Ну и аккуратненько MVP сейчас просто прокладывают дорожечку для внезапной инициации. Кого-то быстро убить хотят. Фарива, например, боже, как больно, 940 крит залетел, батон, теряне батл транс. KP в него угрызается, есть ультимейт Зевса, моментальный минус Акс, конечно же, без байбека, пытается драться MP, залетает на Ремнанте, дальше товарищ Коэ под флеймгардом, сжигает Хину, Хина большие проблемы, Джеракс, дай хоть что-то, Джеракс, а давай, у него маны просто нет, он ничего не может дать, есть лоринг, но вот он, есть лоринг, ну хоть какое-то дать, РПН, ой, РП, говорю, Блэкхол не получается, там просто сбивали блинк, в итоге Энигма просто стоит и смотрит на все это, дала Миднайт Пульс, минус Медуза уже без байбека, Бристл Бэк делает байбек, но он тут по сути один, ну вот он Джеракс, да. Ждали, мы ждали Энигму, ждали хайлайтов, ждали врывов, но блэкхолов нет, к сожалению.
Ну, без Медузы целую минуту, конечно, MP Феникс будут сейчас плевать на оставшийся барак по топ-линии, сразу же перемещаться на мид, ну, пытаться спушить еще одну сторону. Тем самым, практически на 90% обеспечить себе победу в этой карте. Ну, врывает EP, вот, ну, вот он Джеракс, да, ну, пожалуйста. Да, ну, нет блокхола, опять же, БКБ он, как я понимаю, вообще ни разу не прожал, что собрал, что не собрал, вообще никакой разницы. Ну что ж, ГГ, да, Бристлбэк у нас остается без байбека, первая карта за MVP Феникс. На самом деле, очень просто, то есть, без каких-то либо особо крутых мувов, ну... Я не знаю, либо тут Энигма была проблемна, что ее, по сути, на карте вообще не было. Играли ребята вчетвером, либо просто... Просто что? Ну, сложно исполнить было вот при таком пике на этой Энигме, все-таки стоит это признать. Хорошо ворваться тогда, когда постоянно летают молнии, когда тебе с фистами сбрасывают плинк, найти вот этот момент, чтобы покучнее противник собрался вместе дать блэкхол. Да, определенно, конечно, такие моменты были, но их нужно было поймать. Все-таки против FOTSX играют не самые слабые ребята и понимают, как, собственно, действовать, как располагаться, позиционировать себя в любом файте. Но согласен с тем, что если у вас не получается грамотно ворваться на Энигме, если вы не чувствуете силу в своих руках на этом герое, то лучше уж, наверное, взять чуть попроще какой-нибудь пик, то есть, я не знаю, второго суппорта дополнительного к дисраптору, и тем самым, чтобы способны были MP Феникс, скажем, драться и ночами стать. Потому что Фениксы, ну, играли в довольно простую доту, ты правильно сказал, действительно, это очень простая дота. Вы знаете, что у вас есть куча кастеров, у вас есть чен, вы собираете меку, идете бить. И бьете, бьете, бьете без конца, не даете противнику выйти в лейт. И, собственно, так и сделали MP Феникс. Все довольно просто получилось. Ну и посмотрим, что будет на второй карте, поменяя стратегию MVP Hot Six, потому что, ну, с таким пиком не получилось. Джерак все же вчера себя очень круто показывал, сегодня пока игра у него не идет. Да, именно так. Ну что ж, ребят, коротенькая пауза, буквально 2-3 минуты, на вторую карту мы с вами ворвемся, пока 1-0 в пользу MVP Феникс, далеко не разбегайтесь, для вас сегодня работают адекватные Лекс. Услышимся.